В середине 19 века Иван Тургенев и представить не мог, что отцы и дети будут петь «Рамштайн». Современная концепция классики принадлежит Уфимскому русскому академическому театру драмы, которому выпала честь открывать фестиваль. Кто читал произведения, там очень много разговоров о немцах. Вот. И это режиссер связал это с современным звучанием, «Рамштайном». Вот. Но это так свежо и весело, мне кажется. На самарской земле Уфимский театр за последние 10 лет бывал несколько раз. Актеры на гастроли и на этот раз ехали с хорошим настроением. И не зря. Выезжали мы из 13 градусов по Цельсию, град с дождем. И когда здесь увидели людей в шортах и, так сказать, в маечках, то мы просто были поражены. И поэтому нас встречало солнце и улыбающиеся люди. И поэтому с настроением все в порядке. И тем более, как бы, ответственность такая, все-таки открываем фестиваль. Элегантно безупречный гостей фестиваля встречает идейный вдохновитель и организатор праздника, председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей Владимир Гальченко. Это для зрителей встреча с театром. Для театров это знакомство друг с другом. Потому что изюминка заключается даже в том, что мы очень редко видим друг друга. И посмотреть, как работают люди в других театрах, в других городах нашей матушки Волги, это всегда очень интересно. 7 дней Самара будет рукоплескать 13 театрам Поволжья. Закрытие фестиваля через неделю. Тогда жюри распределит номинации и объявит победителей Волги театральной. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.